казанского «Акбарса» вернулись в родные стены Дворца спорта. Правда, ненадолго, всего лишь на один матч с «Нефтехимиком». А ведь именно это место болельщики считают особенно сакральным. Именно здесь в свое время хоккеисты давали свои самые яркие победы. Это старый Дворец спорта, здесь неоднократно мы выигрывали, побеждали соперника. «Акбарс» чемпион? Да! Ну мы болеем за «Акбарс», эмоции — это самое замечательное. Вперед, «Акбарс»! Можно сказать, последняя игра у нас во Дворце спорта, в старом дворце, в знаменательном, в котором мы ездили еще, когда еще «Татнефть-арены» не были. Вот именно на этих местах сидел и смотрел вместе с дочерью своей. Уже скоро плей-офф, поэтому очень здорово, что нас сегодня прорвало так. Атмосфера чувствуется, да, и здесь как в церкви намоленное место уже, и приятная атмосфера, и болельщики поддерживали, хоть не полный дворец был. Поэтому я надеюсь, что эта победа придаст нам много сил, уверенности и в дальнейшем поможет.